Вот такое четырехстороннее граффити художники создали буквально за 5 дней. Подобные идеи стрит-арт пришли в Украину из западных стран. На сегодняшний день это уличное искусство набирает обороты и в Запорожье. Во многих странах это развивается, это Америка, это и Польша ближе к нам, и Белоруссия набирает обороты, Испания очень хорошо в Европе развита. Сейчас в Азии очень многие художники, даже и украинские, и русские посещают эти страны для того, чтобы там заниматься этой культурой. Сейчас активисты приобщают к своей работе все больше художников. В планах написание огромного уличного граффити размером с 9-этажный дом. Где именно реализуют идею, ребята пока не говорят. Буквально после Рождества мы начнем рисовать большой мурал порядка 9-этажного дома. Пока небольшой секрет, где это будет происходить, но это будет происходить в центре города. Кроме этого, весной активисты планируют провести первый всеукраинский стрит-арт-фестиваль в Запорожье и Киеве. После зимних морозов художники вновь приступят к работе, а созданные граффити станут основной частью организации фестиваля. Следующий трансформатор хотим сделать, как бы совместить граффити вместе с украинской тематикой, то есть символикой. Ребята уверены, их яркие рисунки избавят горожан от зимней депрессии. Если раньше граффитчики рисовали под заказ на различные национальные праздники, то сейчас свой полет мысли они воплощают безвозмездно. Большое желание добавить ярких красок в нашу жизнь, чтобы люди в своем обычном пейзаже увидели что-то новое, необыкновенное, что заставит их улыбнуться, получить позитивный заряд и стать добрее. Буквально за год активисты планируют полностью разукрасить Хартийский район и центр города. И это только первый этап больших творческих достижений, уверяет организатор акции. Возобновить работу над проектом ребята планируют уже после рождественских праздников. Кристина Залевская, Юрий Васильченко, ТВ5.